Здравствуйте, мои хорошие. С вами Just Jack. И сегодня мы с вами глянем игру под названием Dark U. Возможно, и пройдем. Не знаю, посмотрим по настроению. Что-то мы в последнее время как бы очень-очень много набрали всяких... Вообще, просто свалилось вот много всего. Ну, может быть, это и хорошо, конечно, с одной стороны. Но, с другой стороны, это плохо. Собственно, игра какой-то платформер. Пока что, кроме управления на стрелочки, у нас нет ничего. Что известно об этой игре? Мы играем за мальчика, который находится в каком-то кошмаре, сне своем. И на этом мои познания игры, собственно, заканчиваются. Это какой-то хоррор. Говорят, он очень похож на Little Nightmares. Что ж, давайте проверим. Так. О! Вот это красиво! Кстати, да, у игры как у таковой вообще какого-то ни предисловия, ни какого-то повествования, ничего нет. То есть, грубо говоря... Гольный геймплей. Так, окей. Я пока не совсем понимаю, что нам нужно сделать. Так, С это стелс. Ходьба по стенам это пробег. Вот! Вот оно чё. Просто обучения нет, да, которое бы показывало нам, что нужно, собственно, делать. Оу, вот это круто, конечно. Так, ясно, ладно, это будет какой-то платформер. Так, на Shift у нас есть бег, на C это у нас стелс, на I это инвентарь. Хорошо. Я так, кстати, понимаю, что рекомендуют вообще, как бы, играть на джойстике в эту игру. Давайте-ка... Ага, понятно. Джойстик не работает, ладно, к следующей серии, возможно, сделаем... Чтобы можно было играть на джойстике. Так, а это мы сделали для того, чтобы... Да, да, все ясно. Ясно, для чего все это дело нужно. Воу. Меня каждый раз аж немного что-то переворачивается внутри, когда... ну вот ты вот то так повернешь, то так повернешь. Вестибулярный аппарат, знаете ли, такая штука. Так, шестеренка. Шестеренка. Найден новый объект. Ну, я так понимаю, нам нужно сюда вставить шестеренку. Окей. Судя по всему, здесь происходит... Что-то не очень хорошее. Так, и нам нужно найти еще три шестеренки. Я правильно понимаю? Так. Блин, тут главное на самом деле не запутаться. Так, найден новый объект, шестеренка. Хорошо, мы нашли новую шестеренку. И... Не, ну, конечно, это прикольно, на самом деле. Так, Окей, давай вставим сюда шестеренку. Это нам дает пробел выбрать... Так... Нам нужно решить головоломку, да, получается? То есть нам нужно вот этот большой квадрат переместить сюда вниз. Хорошо. Так,
Окей, мы хотя бы добились того, что мы можем опустить его вниз. Так. Проще пареной репы. Я-то думал, это будет сложнее. Так, эмблема ключа, найден новый предмет. Это мы заберем, пожалуй. Шестеренка, я думаю, нам еще понадобится. Так, теперь можно бежать. Так, хорошо. А что, если мы вставим шестеренку обратно? Так, а как? Подожди. Дожди. До меня дошло. Умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. Так, ну ладно, шестеренку, я думаю, мы пока что оставим. Мало ли, может быть, она нам там дальше немножко пригодится. Хотя я бы, наверное, и ту бы сейчас шестеренку сходил бы взял, потому что... Ну да. Собственно, как я и предполагал. Нам нужны обе две шестеренки. Так, а... Так, это так. Это так. Это так. Так, это так. Здорово, пацан! А ты кто такой, чудовище мое маленькое ненаглядное? Иди сюда, обнимать тебя буду. Так. Так. Теперь так. Переходим в новое измерение. Блин, не, ну это круто, кстати, на самом деле. Так, потом сюда. Сюда. Только если слабая вестибулярка, мне кажется, долго в такую игру не поиграешь, потому что, ну... Сами понимаете, да? Может стать немножечко плохо. Так, окей, это нам позволяет пройти сюда. Здесь у нас что? Так, эмблема для ключа. Вставляем ее. Хорошо, это дает какую-то нам кнопку. Это что-то закрывает. Так, это какая-то красная кнопка. Что? Окей, мы что-то нажали. У нас какой-то... У меня какой-то когнитивный диссонанс сейчас происходит в голове, потому что... нам нужно, чтобы переместилось на глазик. Я правильно понимаю? Типа, тогда... Может быть, нам нужно вот так? Как все сложно! Так. Подожди. Так, ладно. Хорошо, ладно. Мы не так. Подожди, а зачем мы вообще это делаем? То есть мы делаем вот так? Ага. Так, мне нужно какое-то время на осмысление того, что вообще здесь сейчас происходит, потому что это жестко. Так, а мы здесь ничего менять не можем? К сожалению, мы ничего поменять не сможем, да? Я понял. Я, кажись, понял, ребят. Так, смотри. Мы нажимаем на кнопку. У нас появляется... Так, теперь череп. Смотри, так, хоп. Он сейчас сюда бьет. Потом идем сюда, меняем. Он бьет по этой фигне. Так, теперь глаз. Он бьет сюда. Так. Так, теперь обратно, потому что эта хрень стоит уже на ней. Так, теперь вот так. Сейчас она вот так сверху ударит. Так, и теперь нужен ключ.
Да, да, я не тупой, ребята, я не тупой. Поздравляйте меня. Да, я не такой тупой, как мог бы оказаться. Каким? Так, шестеренка, найден новый объект. Так, здесь мы переходить пока не можем. Жалко, что никакого повествования в этой игре нет. Мне было бы интересно. Здравствуйте, а вы кто такие? Женщина-люстра, что? Так, подожди, то есть получается, пока у нее горит свет... Так, она выключает свет, и она нас, скорее всего, не видит, да? Так, подожди. Беги назад, парень. Все, я понял. Я понял, как надо делать. Так, ждем. Фух, так. Выключай. Так, хорошо. Хорошо. Так, я от напряжения немного забыл, куда нам там, как там нам обратно-то. Вот так. Все, я вспомнил. Все, что-то не ругайся на меня. Так. Хорошо. Теперь мы можем водрузить спокойно все три. Все три шестеренки. Не, ну слушайте, довольно-таки неплохая игруха. Мне даже очень... Мне даже прям вот... Для вот размятия мозгов. Мужик, беги! Беги, мальчик! Кем бы ты ни был, беги быстрее. Так, хорошо. Это было закулисье, да? Так, ну, не совсем, конечно, это похоже на дешевую версию Little Nightmares. При том, что она стоит столько же, сколько стоила Little Nightmares на момент выхода. Если мне память не отшибает. Ну, Little Nightmares, она недорого стоила, она там... Или дорого? Короче, я не помню. Если что, поправьте меня. Так, а здесь у нас что? А, ну все, то есть получается мы... То есть мы во сне, как бы ложимся спать и погружаемся в сон. Это помните с Леонардо Ди Каприо этот фильм, где там уровни снов вот эти были, что там сон во сне, потом во сне еще один сон, и там во сне еще сон, и как бы нужно было обмануть чувака, он там во сне сны всякие делал там. Вот это. Да. Я такое помню. А вы? Так. Хорошо, это что-то новенькое. Это... Почти нас чуть не убило. Так, понял, пробежали. Быстренько. Так, теперь это станция метро. Я понял. What the fuck, motherfucker? Так, ну ладно, я так понимаю, нам пока что вниз нужно? Потому что нам нужно, скорее всего, найти рычаг. Окей. Это все очень странно. Так, маленький ключ. Какой-то маленький ключ. Так, дальше мы идти не можем. Хорошо, возвращаемся в таком случае обратно. Так, сюда ключ, скорее всего... Ну да, сюда ключ не применяется. Значит, нам нужно... Как-то... Ну давай, ладно, вот так, вот так. Что это? Наручные часы. Наручные часы! Зачем нам, твою мать, наручные часы? Так, ну окей, это нам даст возможность идти по потолку, да? Так,
Блин, возможно, нам нужно вернуться назад? Окей, давай посмотрим, что у нас есть здесь, может быть... Пацан, ну хватит уж, в самом деле, ну ты не страшный. Так, я так понимаю, нам пройти не дадут, да? Назад мы вернуться не можем, значит, в принципе, нам там делать нечего. Ладно. Так, здесь. Давайте еще раз посмотрим. Здесь у нас тупик. Здесь, значит, у нас тупик. Смотри. Смотри, что делать. Вот так. Потом вот так. Вот так. Потом вот так. Подожди, а вот так? Смотри, мы же можем по потолку пройти. Точно, слушай. Меняй реальность под себя. И вот здесь мой маленький ключ сейчас при... Ёпта! Вот это чего? Мозг работает. Самое время, да? Вот сейчас час ночи у меня. Мозг работает просто на 400%. Я вам серьезно говорю. Так, дальше, смотри. Так, поворачиваем вот так. Это нам даст что? Ну, пойдем посмотрим, что нам это даст. В любом случае, нас это никто не отшлепает по жопке. Так, здесь мы вот делаем так. Это мы, получается, включаем... Это мы просто мост включили, чтобы сюда пройти. Но зачем? Здесь же ничего у нас нет. Ладно, возможно, это откроется потом. Пока что мы сейчас... Посмотрим вот так вот еще, что у нас есть здесь. А здесь у нас нет абсолютно ничего. Если честно, больше здесь ставил. Делал ставку на вот это место. Так, ладно. Блин, прикольно. Мне реально в кадре. Так, там у нас вот это как раз то, по-моему, то, что нам нужно. Да, это мы сейчас здесь вот это крутанули. Так. Спички. Хорош! Такими темпами мы сейчас всю игру пройдем. 19 минут только отыгрываешь. Тихо. Так, наручник. Да? Буква Т. Буква Т. Телевизор. Что бы это ни значило. Так, хорошо. Я понял, буква Т. Это мы сейчас, получается, возвращаемся обратно. Смотри. Мы возвращаемся обратно и вставляем ее сюда. Она вместо рычага. Не, ну ты смотри, какие мы красавчики. Ну ты посмотри, мы вообще так быстро, так замечательно, так прекрасно. Так, глава 3 разблокирована. То есть мы с вами прошли реально уже две главы. Сейчас будет третья. И потом останется еще раз, два, три, четыре. Не, ну в принципе, если так все будет относительно быстро, то я думаю, мы серии за 3 с вами справимся. Почему бы и да? Сейчас сделаем такую серию на полчасика. Или как? Или что? Не, ладно, давайте, наверное, еще одну главу пройдем, не будем время тянуть. И на этом, наверное, потом серию закончим, и потом... Ну, короче, вы поняли, да, вот это вот... Все, короче, отстань от меня, что ты мне представил? Сам отойди. Так, что это улица, это рука. Рука. Хопа. Отрубленная рука. Хорошо. Для чего бы это ни было, но у нас есть отрубленная, мать его, рука. Хорошо. Так. Ага, я знаю, для чего она нам. Ну-ка давай. Опа.
А, и ты держишь, да? То есть нам нужна теперь еще одна рука. И еще. И нам нужно так три руки. Рука назад не забирается. Поэтому... Ого! А вот это интересно. Охренеть! Я такого не ожидал. А вы ожидали? Давайте сначала пройдемся до конца коридора. Вот этого посмотрим. Так, здесь что-то нужно нам применить. Только что пока непонятно. Это нажимать не будем, потому что нам сюда, скорее всего, куда-то кого-то нужно будет или что-то посадить. Так, все понятно. Здесь нам больше делать нечего. Значит, получается, что мы делаем? Мы меняем. Мы меняем вот так вот. Вот так вот. Спрыгиваем. Так. Ха. Пока ни черта не понятно. Это что? Так, ладно. Так, здесь у нас ничего. Вот это уже серьезнее, ребят. Это уже как-то непонятно, что нам делать вообще здесь нужно. Так, вниз не идет, значит идет наверх. Так, до самого верха. Бежим, 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 бежим. Так, так. Быстро, 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 быстро. Подожди, а где это? Окей, так, с этим что-то надо явно по-другому как-то делать. Слушай, у нас же есть еще... Во-первых, у нас есть вот так. Мы можем еще теперь с этого ракурса осмотреть те же самые улочки. Ну, я же говорю, мозг. Кто мозг? Кто мозг? У нас же до хрена ракурсов уже получается, то есть... Блин, это реально круто. Так, ну теперь зато я приблизительно понимаю, что нам нужно делать. То есть, смотри, мы... Получается... Ага, вот так закрывается. И здесь у нас... Что у нас здесь есть? Так, это что? Так, это что? Ага, нам нужна, короче, шестеренка, да? Да, нам нужна шестеренка. Шестеренка нам нужна. Так, значит, единственная загадка, которая пока что осталась, это... Это вот так. Это вот так. Есть ключ от машины. Хорошо, осталось только понять, от какой машины теперь. Так. Может быть, от этой машины? О, точно, смотри. Так. Сильвупле, сильвупле, месье, рукоятка. Так, рукоеточка нам пригодится для чего-то. Вон там руку вижу, вон там вижу, вижу руку. Так, рукоятка, рукоятка. Давайте думать, куда мы можем применить рукоятку. Так, здесь, на, судя по всему, нужно... Ну, здесь нам нужно, чтобы, короче, все четыре загорели. Ага. Все четыре, да? Ну, парк, короче, я так думаю, это уже в конце, в конце, в конце, прям в самом этой локации будет. Так, здесь у нас ничего нет. Этот ракурс нам больше не нужен пока что. Так, сделаем так. Что мы можем здесь сделать?
Подожди, так, рукоятка нет, аккумулятор нет. Боба, помоги мне, Боба. Так, хорошо. Значит, давай тогда пока вернемся на обратно. Нет, это нам точно сюда не пригодится. Хорошо, хорошо. Вот только я сказал, да, что быстро прям проходит. Короче, первые два мира это так. Это чисто тупо размяться, понять, что вообще происходит. Но когда? Ага, вот сюда нам нужен аккумулятор. Так, бахай. Ёб твою мать, что это такое? Быстрее меняем курс. Я правильно понимаю? Ну да. Так, окей. What the fuck, motherfuck? Вот это... Знаете, я так очень редко говорю, но я горжусь собой. Это ж вообще просто... Вы видели? Нет, ну вы видели, я так быстро решил эту загадку. Ладно, мы решили, ты мне помогал там, сидел, переживал, наверное, за меня там. Говорил, ну ты что, тупой, что ли, ну этот все фигню там свои вот эти завязывай. А я взял и справился, благодаря тебе, между прочим. Так, вторая рука пошла. Хорошо, это нам даст... Это нам вообще непонятно, что дает, между прочим, потому что я не понимаю. Я вообще не понимаю, что происходит. Это какая-то дичь. Так. Так, здесь мы сделали, это мы сделали. Так, все, сюда, в этот угол нам теперь особо не нужно. Так, давайте менять ракурс. Меняем ракурс вот так. Нет, вот так. Так. Так, это так. А, слушай. Так, тут просто... Подожди. Так. Этот отвечает чисто за последний, да? Этот отвечает за эти два. Этот отвечает за эти два, этот за три, а этот за все четыре. Хорошо, понятно. Значит, первый откроет один, второй два, третий три и четвертый четыре. Нам нужно сейчас подгадать так, чтобы когда мы наступили на последний, они открылись все. То есть, получается, нам нужно, чтобы на момент, когда мы наступаем на третью, они были все закрыты. Так, вот так, закройтесь, пожалуйста, молодой чемодан. Так. Значит, смотри. Они все закрыты. Мы делаем что? Мы наступаем сюда, потом наступаем сюда. Потом наступаем сюда, потом наступаем сюда. Потом еще раз сюда. Так, нет. Верните мне... Так, вот. Так, нет. Вот так. Нет, будь открытым. Нет, будь закрытым. Значит, сюда. Потом сюда. Потом сюда. Потом сюда. Кто батя? Кто батька? Спокойно. Ты кто такой, мудафака? Ты кто такой, дядя? Чё тебе надо?
спрятаться. Так, хорошо. Сейчас спокойно пройдем мимо него. Не переживай. Спокойно. Аккуратно. Спокойно. Опа. Проходим, проходим, проходим. Поторопимся. О, рука. Третья. Так, отрубленная рука. Так. Охренеть! Что это? Стрелка часов? Твою мать, я боюсь предположить, зачем нам стрелка часов, если учитывая, что мы... Когда мы брали... Когда мы брали, блин, часы, то это послужило нам вообще мостиком, как бы. Так, он идет сюда. Хорошо, подождем. Подождем, подождем. Стоим. Он пошел обратно, идем. Спокойно. Не торопимся. Идем спокойно. Аккуратно. Максимально. Опа, спрятались. Все, мы в домике. Нас не поймать. Давай, давай отсюда. Ну-ка, вытепфючивайся отсюда быстро. А он слепой, да? Так, хоп. Хорошо, спокойно, аккуратно. Так, сюда нам, в принципе, больше не нужно, поэтому... ну я понял, мы решили уже эту загадку, поэтому нам как бы нормально. Так. Осталось понять, куда нам нужно применить стрелку от часов. Если честно, ни хрена непонятно, куда ее нужно применять. У меня даже, в принципе, кончились идеи, потому что, ну, мы вроде бы вообще все открыли. Прям все. Я, если честно, думал, что нам в оконцовье в парк нужно попасть. А оказывается-то нет. Так, ладно, давайте проверим, есть ли у нас здесь что-нибудь. Нет, у нас здесь нет ничего. Хорошо, значит, давайте так. Хоп, хоп, хоп. Так, вот куда нам нужно. Последняя загадка. Так, хорошо. Это у нас отвечает за что? Так, A few moments later. Так, подожди. Что это нам дает? Подожди, а как? Так, а если вот так? Так, подожди. Значит, это мы оставляем так. Это переводим сюда. Это делаем так, так, так. Это переводим сюда. Это делаем так. Это переводим сюда. Это делаем так. И переводим... Просто чуть-чуть понять, что это, да, и все. Кто красава? Кто? Кто батька? Кто отец? Кто? Конечно же. Конечно же вы, ребята мои дорогие. За то, что вы ставите свои хорошие, такие замечательные, красивые пальчики вверх. За то, что вы комментируете, ребят. За то, что вы вообще есть. Спасибо вам огромное. Да? Опа. Еще так, хопа. В какую-то пещеру зашли. Так, и получается, третья глава пройдена, да? Я верно понимаю? Игра сохранена. Да. Четвертая глава разблокирована. Так, ребят, я думаю, что, ну, 40 минут точно хватит. Плюс я там чуть-чуть иногда, наверное, повырезаю.
какие-то там супер-тупежные моменты? Кто там? Эй? Ладно, плюс я, наверное, повырезаю какие-нибудь там парочку моментов тупежных, типа, как я там вначале смотрел, там, как разбирался, там, вот здесь, может быть, хотя, наверное, ничего не буду вырезать, страдать, там, только вначале вырежу, как я в настройках смотрел, что, типа, какое управление вообще. Все, ладно, ребятушки, ссылка будет на плейлист, конечно же, в описании. Как всегда, всякие разные там плейлисты, поэтому переходите туда в описании, смотрите другие прохождения. А потом обязательно, ребят, ставим свои пальчики вверх, обязательно комментируем, обязательно делаем репост данной записи. И будет вообще все ништяк. Ага. Ладно, пешечки, всем спасибо огромное за просмотр и всем пока.